Посольство Украины в Польше проинформировало о временном прекращении приема граждан в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Консульский отдел посольства Украины в Республике Польша не будет обслуживать граждан в период до 9 апреля. Консульская помощь будет предоставляться украинцам в случае чрезвычайных ситуаций: смерть граждан Украины, угроза их жизни или потеря паспорта. Как сообщается учреждением, всем гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди на совершение консульских действий на период с 29 марта по 9 апреля, на адрес электронной почты, указанной при регистрации, будет отправлено сообщение о новых сроках визита. Когда откроется консульский отдел посольства Украины, будет сообщено дополнительно.